Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск обновления 1.4.54. Поехали! Новый облик Лили, Star Student, уже доступен с 22 февраля, ценой в 599 алмазов. Новый скин на Нану, Меха Бэйби. Боже, что за кринж, пылающая жопа. Будет доступен 24 февраля за 899 алмазов. Конечно, скидки первую неделю. А теперь чуток моей пылающей жопы. Добавили на тестовый нового персонажа Пополь и Купа. Мой гневный обзор у меня на канале, но и ссылку я прикреплю. Так вот, мне припоминают, как я бомбил на Валира. Однако у припоминальщиков в памяти не отложилось, что я бомбил, потому что он скучный, с примитивнейшей механикой на уровне ковыряния в носу пальцем. Но если тебе, как и мне, надоели сопли, мультяшность и миленькие РПГулечки с панями, розовыми соплями и прочей фигней, а хочется больше реалистичности, брутальности, тьмы и эпика, то именно Raid Shadow Legends перенесет тебя в мир мрачного темного фэнтези. Ты можешь скармливать неугодных чемпионов для прокачки твоих любимцев. Вдобавок, есть битвы против клановых боссов. Разработчики Raid Shadow Legends расширили аудиторию, и теперь в Raid можно играть и на компе. Версии взаимосвязаны, и ты не потеряешь набитый прогресс. Теперь сможешь играть даже в офисе. Кстати, и на ПК, и на мобиле игра абсолютно бесплатна. Так чего ждать? Качай Raid только по моим ссылкам и получи 50 тысяч серебряных монет, а также эпического чемпиона в качестве бонуса для всех новых игроков. Удачи, я жду тебя в Raid. Переходим к изменениям героев. Фрея. Первый навык. Максимальное расстояние прыжка уменьшено. Ульта. Увеличен бонус к щиту со 160 до 180%. Оптимизировали управление, визуальный эффект и билд тоже оптимизировали. Ханза. Пассивка. Увеличили количество крови за убийство героя с 10 до 20 единиц. Второй навык. Уменьшили силу замедления с 50 до 35%, а перезарядку увеличили с 7,5 до 10 секунд для всех уровней. Второй навык в ульте. А базовый урон увеличен был 80-130, будет 80-180. Физический бонус к атаке увеличен с 30% до 50%, а перезарядка увеличена с 10 до 13 секунд. Ульта. Увеличена скорость атаки на 10% для всех уровней, но увеличили перезарядку с 21-15 секунд до 25-21 секунда. Кроме того, увеличили затраты крови с 8 до 12 в секунду. Сессилион. Пассивка. Базовая мана уменьшена с 1150 до 700. Мана-реген уменьшен с 50 до 30. И даже за удар будешь получать не 10, а 8 маны. Я же говорил в гайде про скорый нерф, а ты не верил. Маша. Второй навык. Увеличили длительность замедления с 1 до 2 секунд. Первый навык. Добавили экстра урон от 40 до 60, растет с уровнем. Но теперь навык поглощает 2% от хп Маши. Чё-то маловато усиления. Пассивка. Когда потрачены 2 полоски хп, бонус к вампиризму плюс 20%. Ранее убавляли до плюс 10. Реген энергии при атаке героев или крипов увеличили с 5 до 8. По другим целям, видимо имеется в виду лес, убавили с 5 до 3. Телефон уронил. Лилия. Второй навык. Теперь Лилия стартует с нулем стаков вместо полного стака. Ульта. Уменьшили КД на 5 секунд для всех уровней. Эсмеральда. Пассивка. Щит, генерируемый от атак, уменьшен. Был 150%, будет 135%. Хильда. Пассивка. Еще увеличили реген в кустах. С 1,5% до 2% в секунду. По мне так вялые попытки возродить Хильду. Гвиневра. Пассивка. Теперь в расчете к урону добавили 80 базового урона к заряженной атаке. Франка. Первый навык. Была перезарядка 15-11, уменьшая с уровнем. Будет 15-12 секунд. Пиши в комментарии, если расстроен нерфом. Ну и конечно, если обрадован, тоже пиши. Иксборг. Первый навык. Уменьшена сила замедления с 20 до 10%.
Честно, по мне так Иксборг и так довольно вялый. Гассен, первый навык. Наконец-то обрезали расстояние, через которое может вернуться Гассен. Теперь ему придется не только метко закидывать проклятый нож, но и находиться недалеко от цели. Господа магомейнеры, поздравляю вас! Скорее всего, прикрутят толковый индикатор дальности срабатывания. Кагура. Первый навык. Исправили проблему, когда урон не учитывал магическую силу. Атлас. Оптимизировали мелочи. Зилонг, Клинт и Тигрил получили небольшие исправления на картинках и модельках в бою. На которые всем плевать, на самом деле. Ха! А на этом все. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и показывай тем, кому не понравилось. Издевайся над ними. Удачи, друг! Смерть, тупый яд, а так ушел, мертвый отряд.